Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы будем смотреть на жиросжигатель. Однако, для тех, кому полезно будет это видео, которые люди, которые сидят на диете, я думаю, стоит посмотреть этот видос. Вот, сегодня у нас здесь на обзоре Black Spider. Вот такой вот у нас Black Spider. Я взял, вот, в принципе, препарат неплохой, и что самое главное, очень важное его качество, это то, что он подавляет аппетит. Это, конечно, круто. Но имейте в виду, ребятки, очень многих людей от него тошнит, и им становится очень плохо. Вот. Ну, они зачастую, конечно, еще превышают дозировку, но есть и такие, кому хватает одной таблеточки, и им уже тошно. Вот. Поэтому имейте в виду это и смотрите поаккуратней. Я, допустим, принимал по две таблеточки утром и по две днем, ну, то есть вечером своим. Вот, для того, чтобы подавить аппетит именно. Да, мне было, конечно, плоховато, но я потом просто подумал и перешел уже на дозу, скажем так, поменьше. По одной таблетке пил утром и по одной вечером. А потом и совсем сократил до одной таблетки только утром. И, кстати, здесь еще есть такая темка у нас. Тут получается инструкция еще, как бы не инструкция, а проверять оригинальность продукта. Можно вот так вот открывается здесь. Есть такая вот штучка, вот, как видите, вот. Ее, значит, открываете, и там у нас описание продукта, там все дела, что это такое, вот, все, вот видите, написано. То есть оригинальный продукт именно имеет вот такую вот штуковину с обратной стороны своей наклейки. Неоригинальный продукт такого не имеет, то есть там просто пустышка, может быть, ничего сзади нет, и она плохо будет отрываться там и так далее, поэтому... Всегда проверяйте на оригинальность. Смотрите, чтобы была вот эта вот стрелочка обязательно. И чтобы там под ней, под бумажечкой было там написано то, что вам надо. Вот. Вот такая вот у нас жиросжигатель, однако. И, в принципе, знаете что? В принципе, как показал мой опыт, вот эта вот штука на диете не особо-то и нужна. Вот единственный плюс ее, то, что она подавляет аппетит. Это да. Но минус, к сожалению... То, что становится хреново, больше, чем польза от того, что аппетит подавляет. Аппетит можно и так перетерпеть, я думаю. Можно воды там попить, еще что-нибудь сделать. И самое главное, соблюдать диету. И тогда вам никакие жиросжигатели не нужны будут. По 5-бальной шкале я ставлю этому препарату 2 с минусом из-за того, что людям из-за него очень плохо. К покупке не рекомендую. Покупать не стоит. Вот, если вы, конечно же, новичок, то он вам вообще не нужен. Можете обойтись без него. Если вы уже профессионал в сушке, то, конечно, ну, это уже сами решаете, покупать или нет. Я навязывать никому не буду. Лично я покупаю последнюю банку этого препарата. То есть вот это вот именно, я ее допью еще потом на следующей сушке. И все, больше покупать я его не буду, потому что, в принципе, как показал мой опыт, он не нужен, этот препарат. Так что вот такие вот дела, ребята. Всем спасибо, пока!